Акция по регистрации машин, стоящих на учете в странах ЕАЭС, 1 февраля стартовала по всему Казахстану. В автоционе Уральска новые номера получил Ануар Шаймарданов, который является владельцем «Лада Веста» 2019 года выпуска. За номера и техпаспорт автолюбитель заплатил чуть больше 12 тысяч тенге. Я слышал, что надо зарегистрировать до 1 марта. Поэтому вот пришел узнать, вот, да, действительно, говорит, после 1 марта якобы уже проблематично будет ездить. Поэтому я решил на временную регистрацию пока поставить. А там дальше видно будет. В полиции отметили, что вся процедура заняла не более 20 минут. С новыми регистрационными номерами водитель имеет право передвигаться по всей территории Казахстана в течение года. Затем ему все-таки придется принять решение о постоянной регистрации. На это потребуется около 1 миллиона тенге. В настоящее время в Казахстане из Армении привезли, в частности, из Армении привезли 1280, но авто здесь ездит по Западно-Казахстанской области, и свыше 40 тысяч из Российской Федерации. Отметим, что на временную регистрацию автомобилей, зарегистрированных в ЕАЭС, отвели месяц. Роман Копняев, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42.